Один, еще два. Обвал грунта произошел, когда до конца рабочего дня оставались считанные минуты. Группа сотрудников компании рыла ров под магистральную трубу канализационного коллектора на глубине 4 метров. На дне траншеи работали четверо рабочих подрядной компании «Югсантехмонтаж», когда в нее обрушился огромный пласт земли, и люди оказались погребенными заживо. Свидетели происшествия тут же вызвали спасателей и врачей скорой помощи. Операция началась около 18:00, где-то 2,5 часа проводили эту операцию. Последним мы, значит, человека вытащили около, спустя где-то 2,5 часа. Там грунта было очень много, благодаря, значит, подпоркам люди были все живые, вовремя их всех достали. Как говорят спасатели, рабочим повезло. Грунт засыпал их по грудь, не затронув дыхательные пути. Поэтому землекопы отделались лишь испугом. Им даже не потребовалась особая медицинская помощь. Гораздо больше пострадал 35-летний спасатель оперативного отряда, устанавливавший подпорки для безопасности операции. В момент повторного обрушения грунта он находился в самом опасном участке траншеи. Все пострадавшие были доставлены в больницу скорой медицинской помощи. 18:50 в приемное отделение поступило массовое поступление в количестве 5 пострадавших. Значит, пострадавшие получили травму на производстве. Значит, в ходе обследования у одного пострадавшего 82 года рождения, значит, у него была выявлена закрытая позвоночная травма, значит, закрытый поперечный перелом поперечных отростков с первого по, значит, пятых поясничных позвонков. С болевым синдромом был госпитализирован в отделении травматологии. В настоящий момент состояние больного оценивается как средней тяжести, значит, получать все медикаменты для лечения. Спасатель уже пришел в себя и вспоминает, что повторный обвал произошел, когда операция по извлечению рабочих из-под завалов уже подходила к концу. Мы уже вытащили ребят из завала и заканчивали спасательные работы, когда снова упала земля в траншею, как раз в том месте, где был я. Дальше ничего не помню. Пострадавшие сотрудники ТО «Югсантехмонтаж» получили незначительные ушибы и после первичной медицинской помощи были отпущены домой. Что стало причиной обрушения земли, нарушения техники безопасности или просто несчастный случай, покажет расследование. Данияр Худайбергенов, Бахтияр Ташпулатов, Талгат Абдинабиев, Ербол Макашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».